Хе-хе, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Рекер, Данжер, Черри, Стаканчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. По многочисленным просьбам мы записываем самую крутую рубрику на моем канале «Аниматроники пугают охранников». У нас сегодня 4 охранника и 1 бешеный аниматроник. Если печек уж не приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, двери ставить не надо, когда я буду подходить до входа, светите мне в лицо фонариком, и я заходить не могу. Но только вы не светите пару секунд фонариком, я всех мочу. Убийство? Я буду разными, короче, переходить вам и проверять ваши скиллы. Успели, 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 молодцы. Быстро уходи отсюда. Блин, я уже хотел мочить, опять успели присветить. Ой, знаете, как я буду приходить? Я буду приходить незаметно. Я же могу вставать невидимым. Могу? Могу. Так, давайте возьмем. Ой, я возьму аниматроника, который может вас убить всех одновременно. А я звуки не могу издавать конченые. О, здорово. Здорово. Светят, светят. Все, я пошел. Вижу твой. Да ну как ты меня видишь? Я же стою, я ухожу, я ушел. Все, давай, пока. Ой, пока. Я ушел уже давно в туалет, туз. Он тут. Я не ушло, о, я ушло. Эй! Эй, уходи отсюда. Ой. Ладно, ладно, ухожу. Ухожу, ухожу. Ой, не ту кнопку нажал, ладно. Все, все, понял, вы меня палите сильно. Вы там обустраиваетесь, там все делаете. А я легенькой походочкой к вам прибегу. Я ушло. Калитки ставят. Ну давайте, давайте. Не пускайте мне новой калиткой. Бетикай. Не можете, в принципе, поставить ворота или калитки, закрыть себя, обезопасить. Так будет вам распокойнее даже, пацаны. А я пока мисс пойду, посмотрю, как там в пиццерии вообще. Пока ребята обустраиваются, даем 20 там полминутки, да? Покажу вам эту пиццерию, потому что некоторые спрашивают, на какой пиццерии FNAF записываем, так как здесь очень большой офис. Потому что это карта с улицы. Вот только здесь работают эти все прикольные штуки. Например, ничего здесь не работает, просто большая карта, но здесь очень много дверей и крыша есть. И через дверь ты пыхнулся? Офигеть, я не знал. Пацаны, вы знаете, что подойти аниматроникам к двери нажать телепортироваться, вы ее не открываете, ты пыхаетесь? Вот это крутяк. Что там получается, пацаны, построиться у вас? Уже поставили. Молодцы, молодцы. Так, аниматроники готовятся нападать. Как вам эта музычка? Быстро уходи. Быстро не уходи от меня. Так, давайте уберем эту проклятую музыку, которую я запустил 4 раза подряд. Все, ушел, ушел. О, я знаю, давайте будем брать аниматроников, которые реально крутые звуки издают. Боишься, да? Мне не страшно. О, крутой аниматроник, наконец-то я смогу побыть в центре событий. Ой, не то нажал. Никто ничего не понял? Смотрите, опа, опа-па. Видели? О, Half-Life рулит. Привет, мужики, что будете делать? Ай. Пока вы светите фонариком в лицо, я не могу вам ничего сделать. Только вы перестаете, я мочу всех. Быстро текай отсюда. Это заклинание, спасибо, что ты его произнес. Я сразу ухожу, как только говоришь такие слова.
Быстро текай. Его нету в канализации. Быстро текай. Так, надо взять какого-то жестче аниматроника. Ой, привет. Быстро текай отсюда. Я не могу невидимым вставать. Опа, они так посмотрели все вниз. Так, хорошо, давайте, пацаны, можете использовать оружку. Когда можете увидеть, мочите меня со всего, что видите. Со всех оружки. Оружий. Оружки. Оружки. Быстро уходи. Я за стеклом, а стекло бронебойное, оно меня не убивает. Надо только попасть так. Смотрите. Опа, сейчас я вам появлюсь сзади. Сейчас, ждите меня сзади, сзади, сзади. Я сейчас появлюсь. Ладно, я пошутил. Вы так все смотрите. О, я через вентиляцию пройду. Так, они тут решетку поставили, я вижу. Да, круто вы сделали, пацаны. Ты сваркой, да, там варишь? Ага. Сварка 228. Ой. Ну зачем ты варишь? Не надо так делать больше никогда. Шары не используйте. Вы же друг друга мочите. Только это дробаши и пулеметы. Шары это зло. О, сейчас будут пацаны идти на офис, а я их буду их мочить. Идут, идут, идут. Засаду сделаем. Сделаем засаду. Отлично, мой офис. Быстро уходят. Я буду стоять и ждать вас. Давайте. Жду, жду. Я слышу, должен кто-то уже идти дверь открывать. Что не делаете так? Где этот челик? Вы идете? Слышу. Хотите, я спаун поставлю здесь? Чтобы вы не бегали. Так. Я вас сейчас всех убью, вы тут появитесь. Я выхожу на охоту. Быстро. А, вижу, вижу, вижу. Один пошел, один пошел. Блин, не успел. Тебе просто повезло. Сюда побежали. Где еще охранники? Так, может, на крыше? Я на крышу, пацаны, вышел. Вижу охранника. На, передавай привет своим там. Так, кто-то еще тут бегает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прикольно, да, походняк, ребята, у аниматроника? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся записать очень крутые режимы. И вообще, Гаррис Мод очень классная игра. Я ее люблю. Так, приближаемся к охранникам. Никого не нашел там? Зашкирились как могли. О, марионетка. Исто не надо марионетку. Следующая серия будет какая марионетка самая крутая. О, спойлер. Так, идем, идем, идем. Исто, уходи оттуда. Я приближаюсь. Быстро уходи оттуда. Извините, пацаны, обстоятельства. Не надо так. Надо, надо, вы шкатулку не завели. Идем опять. Слышите? Слышите этот звук? Не-не-не. Не слышите? А-а-а. Надо взять маленького. Вот, челепиздрика манюсенького. Не надо. Быстро уходи. Вот я. Ну, что вы мне сделаете? Оно стрельнет через окно, убьет. Ого, жизни тратятся. Эй, у меня жизни тратятся реально. Так, давайте с этой стороны зайдем. Ты смотри на них, хитрые жуки. О, привет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нагнать буду. Ты чё против меня с дробашом? Давай, битва. Охранника из спринтрапа. Ой, плюш трапа. Я выиграл всех. Я сейчас удалю спауны и удалю свет. И теперь начинается выживание. Пацаны, я против вас всех. Один вы против меня. Или я один против вас всех. Выбирайте сами, но я иду охотиться. Я, короче, буду чисто внутри, в пиццерии, а вы должны меня выследить. Осталось у меня 400 жизней. Это аниматроник, у него программный сбой. Что это за говно? Как это так?
Так нечестно, я так гулять с тобой не буду. Так. Сейчас, пацаны, я еще беру аниматроника. Хорошо, хорошо. Вижу, вижу одного охранника. Побежал вовнутрь. Отлично. Так, сейчас еще один вовнутрь заходит. Блин, да как? Да ну что за оружие? Я знаю это оружие. Я это оружие знаю. Ах ты, жук навозный. Ты со мной решил вот так играть плохо, нечестно. Я буду сейчас тебя наказывать. Есть у нас. Вставай, вставай, злодей. Побежал. Я могу тпхаться? Я не могу тпхаться? О, я злой. Открываем двери. Давай, я иду, я иду. Я вам делаю засаду. Сейчас я буду по одному вас выслеживать. По очереди. Классный звук. О, мама зовет пирожки жареные кушать чья-то. Я вот, я вот. Не успели среагировать никак на меня. Чуть бочку поставлю, чтобы я не мог пройти. Ах, вы хитрые. Это я этот звук издаю? Так. О! Давно мы не играли за Фокси. А, тебя вижу. А где ты? Я вас жду. Последняя стычка. Если я сейчас умру, больше я не могу возродиться, и вы меня победили. Опа. Поламаны. Вижу, вижу, вылез. С вентиляции. Как ты вообще пролез, я не заметил. Чё, будете меня убивать? Вот я. Эксит, выходим. Ой, привет! У меня осталось 4 хп. 4! Рекер, ты чем стрелял? Ой, блин, что-то у меня глючит. Так, 4 жизни. Это вообще самоубийца ходит. Выслеживаем, пацанов, выслеживаем. По очереди каждого. Да что у меня с батарейкой? Я не могу долго бегать или что это? Во, ожил. Ты что туда меня смотришь, негодяй? Я же убийца. Он бы с пистолетика бы стрельнул меня и убил бы сразу. Вот так вот. Я хочу жить, пацаны. Я буду жить. Ай, блин, нема куда зашкериться. Блин, куда запрятаться-то? Ты где? Я у вас в офисе. Теперь я охранник. А, ой, тут стол есть? Исчез. Все поисчезало. Слышно меня? Слышу, слышу, идут. Что-то очень большое идет. Ну что, вы где? Жду, жду. Эй! Ну, давай, 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 попади. Я люблю, когда вы друг друга убиваете, мне это очень нравится. И ничего. Все, пацаны, я ушел. А, меня ж видно через стекло, ну вот умный человек. Я побежал, я вспомнил, мне надо хлеба купить. Я бегаю по пиццерии, как у себя дома, и мочу всех, кого хочу. О, я буду в автоматах игровых, буду играть в Майнкрафт. Гаррисмод играю. Че ты меня же это пузо? На тебе, ты смотри, пришел с конченным оружием. Еще один пришел. Попытка хорошая, очень хорошая попытка. Ой, 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 надо валить. У меня шары просто валили. На. Прикольно, мне нравится. Ой. Вот это я круговорот смерти.
стаканчик, как всегда, самый наигранный и красиво в пузо мне шаром застрелил. Красавчик. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!